Вечером 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района в результате ДТБ погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь по улице, совершил наезд на насыпь грунта, после чего допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на 3 несовершеннолетних пешеходов 2010, 2016 и 2018 годов рождения. Младшая девочка погибла, 2 других ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. В ходе проверки правоохранители установили, что водитель был пьян и не имел при себе водительского удостоверения. В 2016 году Джанкойский районный суд лишил его права управления автомобилем на 18 месяцев. По факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По факту ДТП проводится проверка.